Так, дорогие друзья, прогуляемся сегодня по парку «Сказка», посмотрим экспонаты. Так, вот так он начинается. Лавочка на входе. Ворота. Два охранника охраняют. Медведь с мечом. Вот так вот это выглядит красиво. Вот тут информация. Ну, вандалы, конечно, разрисовали. Так, и пройдемся. Сейчас тут немножко идти, я остановлю пока. Какое-то количество времени надо пройти по лесу. А мы для скорости на велосипеде проедем. Так. Так, и первая фигура вон там видно уже. Это вот такой грибок. Вот такой у нас грибок. Так. Для птичек сооружены кормушки. Вот еще пару лавочек таких красивых, красиво оформленных. Лавочка такая крепкая. Так, вот еще у нас фигура с рыбой. Так, это что, поедем для скорости. Пройдемся. Долго нам не ходить. Так, ну тут у нас направо пойдешь, налево пойдешь, сначала сюда давайте сходим. Так. Тут оборудован небольшой детский городок. Начинается с такой лавки крокодила или рыбы. Так, оборудованы кормушки. Красивая такая вывеска у нас. Красиво оформленная. Такой домик, опять же таки лавочки, оборудованы мусорные контейнеры для мусора. Вот такая лавочка у нас, такая избушечка с грибами вон, красиво, сейчас заглянем, что-то для детей самая красота, грибочки красивые. Установлены. Вот такая избушечка. Ой-ой-ой. Посмотрим в окошечко. Так вот, в одно окошечко посмотрим. Это вот горка для детей. Второе окошечко. Так, ладно, ходим. Так, вот там видно озеро. Маленькое озерцо. Так, красиво оборудованная песочница. Разными фигурами, выполненными из дерева. Вот избушка.
А вот на входе я пропустил немножко с той стороны. Баба-яга встречает. Ступья. Вот, наверное, это, кстати, ее был домик-то. Мы сначала туда нырнули. Не посмотрели. Это, оказывается, баба-яга. Вот так вот встречает. Тоже красиво. Вон кот там с зубами острыми. Она в ступе. Красиво выполнено. Так. Там вон три богатыря. Лавочка, опять же таки, оборудована все мусорными ящичками. Каждая лавочка оборудована. Три богатыря у нас. Тоже красиво сделаны. Так, пройдемся дальше. Вот такая детская лавочка в виде коня. Тоже красиво. Очень красиво сделано. Детям так вообще. Очень красиво. Вот такой аттракцион, лазилка с лестницей, канатами, дорожками там вон. Большой аттракцион. Вот канатное тут что-то. Вот канатная. Хорошая конструкция. Вот так вот она выполнена. Большая конструкция. Красивыми оборудована лавочками. Красиво. Так, дальше пойдем посмотрим. Тут вот у нас грибы. Видно, из какой-то сказки, из дерева. Разного размера, формы. Вот этот примерно метровый. Вот он, по-моему, по пояс. Большой гриб. Главный. Вот этот такой. Суровый. Вот радостный. С другой удивленный. С ухмылкой. Вот так грибочки. Композиция. Интересная очень. Композиция. Так, тоже оборудована лавочкой, скамейкой. С мусорным контейнером. Так, вон там, конечно, качели. Для детей качели. Вот качели. Тоже выполнены. Птичка вот оборудована, уголок с кормушками. Конечно, качели детям, качели это, да. Кормушки, кормушки везде, вот там он висит на дереве, не знаю, видно. Вон там кормушка хорошая. На дереве и вот синенькая еще висит. Так, одна композиция с качелями. Качели добротные такие. Качели на цепях. Так, все оборудовано лавочками. Вон там опять я вижу кормушки на деревьях. Так, лавочки. Вот еще одна композиция с качелями. Тоже добротная. Цепи здесь заизолированы, чтобы дети руки не сували. Не прищемили цепи. Так же и там. И сидушка вот такая, чтобы ребенок не выпал. Сидушка такая прижимная. Когда ребенок садится, его прижимается. Ну, чтобы он не свалился, не прижимается, а удерживает. Как ремень безопасности. Выполнено вот в таком стиле. Вот композиция у нас
две качели в парке. Две пары качелей. Все оборудовано лавочками. Так, вот еще у нас фигура тут. Какой-то китайский дедушка. Или рыба, что ли, даже непонятно. Он царь. Рыба там со стрелой. Лягушка с короной. Что-то такое. Какой вот рыбки тут. Это какой-то, наверное, леший, что ли, не знаю. Что типа того. Вот так вот выполнен. Тоже красиво очень. Тут сюда он в композицию с качелями идет. Так. А вот непосредственно к озеру, уже когда летом тут часто купаются, сейчас-то прохладненько еще, весна, тут тоже вон оборудованы лавочки, тут купаются, озеро, можно покупаться. И вот тут при входе в парк с этой стороны такая вот еще русалка тут у нас, как говорится. Тоже вот она, выполнена дерево, лавочка добротная. Там вон еще лавочка, все красиво. Это с другой стороны при входе парк. Такое вот озеро. Все красиво. Вот так вот все это выглядит. Вот возвращаемся мы назад. Так вот выглядит все в обратном порядке. Все везде лавочки оборудованы, поставлены вот они на подставочке. На другой стороне вот у нас такая лавочка. Два медведя добротных таких держат саму непосредственно лавку, где можно посидеть, отдохнуть. Такая лавка. Ну а дальше вот во второй части тут просто у нас начинается с этой стороны уже дорога озера. И вот такой знак. Вот такой знак. Русалка тут плывет. Там вот озеро я уже показывал, с той стороны мы выходили. Здесь вот просто обозначение. Вот русалка. С весом там. Сейчас мы посмотрим получше. Тут солнце вот с этой стороны. Тоже фигуры. Вот. Вон она. Нет. С дудкой, что ли, с какой-то. Не с весом. Сирена, сирена. Вот такой знак. Вот так. Вот. И дальше озеро мы там ходили. Показываю я вам летом. Летом купаются. Так, вот такой вот. Всем спасибо за внимание. За просмотр. Пишите комментарии. Всем удачи, здоровья.